На Украине из-за сильнейших снегопадов объявлено чрезвычайное положение. За сутки в Киеве выпало 50 сантиметров осадков при месячной норме в 47. В магазинах перебои с доставкой продуктов, не ходит городской наземный транспорт. Главная задача коммунальных служб столицы – хотя бы расчистить подходы к метро. На улице выведены БТРы, которые убирают большегрузные машины, мешающие коммунальщикам. Троллейбусы стоят, трамваи стоят, ничего не ходят, маршрутки стоят. Люди добираются пешком по 2-3 часа. То есть улицы заблокированы, техника проехать не может. То есть коллапс полноценный. Закрыт киевский аэропорт Жуляни. Главный международный аэропорт украинской столицы Борисполь продолжал обслуживать рейсы днем в пятницу, но к вечеру и он объявил о неспособности справиться с ситуацией. Выехали в город, с ребятами собрались для того, чтобы помочь всех растаскивать. Потому что мы уже там скорых растащили, уже, наверное, машин 20. Ну, в Фейсбуке достаточно уже группа, я думаю, машин 10 ездит. Впрочем, некоторые киевляне используют снегопады для развлечений, катания на снегоходах, сноубордах и лыжах прямо в городе. По прогнозам синоптиков, снегопады в Киеве будут продолжаться еще 2-3 дня. Ангелина Корякина, Евроньюз, Киев.